на памяти Виктора Цоя. В курсе. А вы, получается, полностью закрасите? Нет. Нет? А, тут не было рисунка? Нет. А, то есть рисунки останутся нетронутыми? В том году так же делал, но каждый год одно и то же спрашивают. Ну, просто жители паникуют, боятся, что все рисунки закрасят. А какие-то еще надписи вы будете закрашивать? Вон вся стена в надписи. Да мы ничего это не красим, мы только вот на входе наркоманская надпись была, закрасили. И это, ну как, попробовали, как краска ляжет, и все. И это обдираем, вот где облупляется штукатурка, но не там, где картины, а только это. Ну, все, а больше ничего. А почему нельзя было просто надпись закрасить, а солнце оставить? Мы не закрашивали солнце, понимаете? Мы закрасили вот надпись. Вот закрасили. Это было для нас закрашено. Видите? Кем? А я откуда знаю, кем вы вопросы задаете? Интересно. Ну, разве не... Ну, вот видите, оно в тену покрашено свежее. Ну, что? Нет, ну, рисунок-то утром еще был. Да как он утром был, если вот даже следы краски вот, нет? Надо, что вы говорите? У нас есть фотографии. Ну, мало ли что у вас есть. Давайте, ребят, чудес ведь не бывает. Если бы его закрасили, краска бы красилась. Что вы говорите? Вот, смотрите. Вот эти фотографии. Вот закрашивают. Кто это? Он как рисунок вот был у вас фотографирован, так и есть. Посмотрите, как теняется хорошо. Это он уже закрашенный. А когда его закрасили, вы знаете? Вы вопросы задаете, на которые мы ответить вот как бы не можем. То есть вы только... Мы, да, вот, допустим, вот надпись, вот, есть нарисован, мы это закрасим. Вот закрасим. Вот. Вода вам нравится? Вон она, краска.